пришли маски для лица, тканевые, бренда Keep Cool. Вот эта линейка направлена на увлажнение, успокоение. В одной упаковке 10 штук. Вот эта упаковка. Они очень хорошо прилегают к лицу, хорошо успокаивают. Рекомендую, у кого высыпание. И масочки тканевые для отбеливания, для коррекции лица. Также очень хорошо увлажняют, отбеливают. Хочу вам показать. Это вот тонер. Здесь 160 миллилитров. Он полностью сделан на бамбуковой воде. 85% здесь бамбуковой воды. Очень хорошо увлажняют. Тоже бренда Keep Cool. Линейка на увлажнение. Также у нас еще есть вот пребиотики, мы получили. Всем рекомендую. Одна упаковка получается, здесь 30 штучек. В день по одному пакетику нужно пить. Даже рекомендуется детишкам. Это вот пеночки для лица. Очень хорошо, бережно очищают кожу лица. Это бренд Суфея. Он полностью сделан на березовом экстракте. Срок годности у нас весь товар до 23 года. Свежий. Витамин С бренда Тиам. Я рекомендую этот бренд, у кого проблемы, прыщи, различные высыпания. Так как вы все знаете, что витамин С — это очень сильный антиоксидант. Здесь от двух типов. Один прям работает точечно, а другой можно носить полностью на все лицо. Партию мистов. Это бренд бренда Dove Daft. У них есть несколько линеек, все они разными вкусами. Их можно распылять так как на тело, так и на волосы.